Медведя видели в четверг рано утром рядом с дорогой в районе кладбища, расположенного вдоль старой трассы Петропавловска-Елизово. Об этом сообщает администрация Елизовского района со ссылкой на службу 112. Как рассказали очевидцы, хищник двигался в сторону 24-го километра города Елизово. Информацию передали в полицию и агентство лесного хозяйства. Напомним, что прошлым летом несколько косолапых чинили беспорядки на кладбище в районе 8-го километра трассы Елизово-Паратунка. Хищники в поисках пропитания разрывали могилы, а также ломали оградки и памятники. Косолапых разбойников тогда отстрелили, а вокруг места захоронения установили электроизгородь, а по ее периметру предупредительные знаки для посетителей кладбища. В этом году люди уже встречали медведей в районе нескольких елизовских поселков и дачных сотов.